Всем привет, дорогие подписчики, с вами Аракис, и это некое нестандартное видео, так как любимая мне сделала подарок, немножко раньше он пришел, то есть новогодний подарок. Итак, посмотрим, что же внутри, очень долго я его ждал. Так, типа его лучше обрезать, не терпится. Пропадю. Так. Ну же. А внутри бомба. Надо, да? Карантинный талон. О, боже, сколько же пенопласта. Фига себе, чтоб точно не разбилось. Ты мне фарфоровую бабу подарила? Господи, если хочется перевернуть, она сейчас уже вот, станет вперед. Человек постарался, когда упаковывал. Пачки. Так, я так понимаю, это все. На дне никто не нагадил. Так. Ой. Так, что же у вас там внутри? О, коробочка такая. Так, ничего. Намусорил. Так, где же что-то открывается у нас? О, Марли, мне таблетки прислали. Так, дабы тут ничего не испортить. О, народ, вы догадываетесь, да? Что это? Жена у меня просто самая лучшая, так как она всячески меня поддерживает. Так, отложу-ка я в сторону. В моем хобби. И она знала, что у меня любимый персонаж. Это Катарина. Вот, и так. Сделана она, кстати, с полимерной глины. Я так понимаю, вот сейчас мы ее чуть-чуть покрутим. Вот, вы видите. О, у нее даже косичка есть. Посмотрите. Это старый скин, да, так как вы знаете. А, хвостик, да, простите. Хвостик. Мичара такой. В чем? Смотрите, а жесткая такая глина, то есть это не какой-то там пластилинчик. Блин, прикольно она. Класс. Кстати, сделала девушка, это чудо, так скажем, творение. Вот я оставлю ссылку в описании ниже. И если вам что-то интересное, то подобное она может сделать и для вас. Поэтому, в принципе, ну, мне лично очень нравится. Я очень долго ждал этого подарка, так как жена моя проговорилась немножко заранее, поэтому... Реально, ну, на данный момент это самый запоминающийся, эпичный подарок, так как, вы знаете, это любимый мой персонаж в игре, и мне очень приятно. Я тебя люблю. Стой! Не дай бог это вставишь. Люблю тебя.